Всем привет! Сегодняшнее видео будет о покупке косметики. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, покупка у меня была небольшая. Первая — это тени. Вот такие тени от Ева в серии Fashion Look. Значит, тени эти у меня в первом оттенке. Значит, здесь идет вот такой вот спонжик. Спонжик, кстати, отличного качества, так что его можно использовать. И, значит, вот такого оттенка тени. Значит, тени эти я уже успела протестировать. Все оттеночки отлично пигментированы, отлично переносятся. В общем, мне они очень понравились. Вот этот вот блестящий, он отлично переносится и создает очень красивое сияние. Мне этот оттенок очень понравился. Вот. А вот эти первые два, они матовые. Отличные оттенки. Хорошо сочетаются между собой. Так что, если кому-то нравятся такие оттенки, советую попробовать. Значит, вот такие тени. Ева Мозаик из серии Fashion Look. Так, сейчас я вам покажу сводчики этих теней. Вот он белый. Вот второй. И блестящий оттенок. Он отлично сияет. Очень красиво он ложится. И вот он третий. Вот такой он. То есть он очень так переливается. И вот так вот выглядят оттенки, когда я их перенесла. Это блестящий, вы, наверное, видите, как он переливается. То есть он особого цвета не имеет, но он отлично вот сияет и переливается. А вот это второй оттеночек, вот он, видно, что он матовый. И вот это вот белый. Отличные тени, они отлично между собой сочетаются, так что всем советую попробовать. И следующее, что я взяла, это тоже от Евы, значит, вот такой вот карандаш. Значит, здесь написано, что в оттенке флирт. Значит, карандашик, вот он, вот такой. Сейчас покажу, какого он оттенка. Значит, вот такого он оттеночка. Очень симпатичный, он хорошо держится, так что и очень красиво выглядит на губах. Так что всем советую. Значит, вот такой вот карандашик от Ева в оттенке флирт. Тоже Ева Мозаик в оттенке флирт. Так, и на этом у меня сегодня все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем спасибо и пока.